Глава городского округа Люберцы Владимир Волков проверил ход капитального ремонта многоквартирного дома номер 10 на улице Лорха в поселке Коренево. 17-этажная высотка, построенная 14 лет назад, но из-за недобросовестного застройщика дом досрочно включен в региональную программу капитального ремонта. Главное требование жителей многоквартирного дома – сменить субподрядную организацию, которая проводила капитальный ремонт. Пожелания услышали. Сегодня ремонтом фасада многоэтажки занимается другая компания. Сегодня у нас новая субподрядная организация МСК. Все мероприятия согласованы с фондом капитального ремонта. Также старый субподрядчик вывез отсюда все свое оборудование. Подписано двухстороннее соглашение о расторжении договора. И на сегодняшний день МСК полностью приступили к работам. Новая организация дорабатывает проектные решения, разработанные предыдущим подрядчиком. Но перед тем, как приступить к ремонту, на объекте провели независимую экспертизу. По ее результатам рекомендовано демонтировать старые утеплители и заново приступать к монтажу. Вот эти решения, которые принимаются, обязательно согласованы с жителями. Наша задача, конечно, в этом году закончить как можно быстрее, но на качестве это не должно сказаться ремонт. Завершить капитальный ремонт МКД планируют к концу ноября. Все этапы работ под контролем администрации городского округа и жителей многоквартирного дома. Луиза Игиазарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.